Всем здорово, мужики! Это мой новый ролик на моем YouTube-канале. Сегодня я решил взлететь на Вандеркейс. У меня на балике 32 358 рублей. Этот балик у меня остался с прошлого видоса. Мы там подняли плюс 8 кусков к балансу. И надеюсь, сегодня мне Вандеркейс будет выдавать еще лучше. Потому что, ну, плюс 8 тысяч рублей к балику — это неплохой результат. Но зная Вандеркейс, он может выдавать куда лучше. А полетели со старта. Кролик 5 штук на 5950 рублей. И в идеале, прямо в начале ролика... Ой, ты сука. Ну, первые три прям полное говно упало, потом пошло более-менее. Но, к сожалению, это минус, то открываем еще 5 штук. Минус на косарь. Давай, сейчас надо выдать плюс намного больше тогда. Ну, что-то как будто опять говно выдает. Да, 400. Еще 5 штук. Может, сейчас хотя бы выдашь. Ну да, 5700. Еще 5. Так, 3900. Еще 5. Ну, он вроде выдает хорошие скины, но их слишком мало, чтобы окупиться. Ну, вот сейчас нормально, кстати. 8000. Еще 5. Давай, Кортисера. Так, ну 7200. Неплохо. Еще 5. 5200. Еще 5. 8100. Ну, кстати, вроде как какой-то камбэк пошел. Но нам надо как минимум вернуть наши 32 тысячи. Так, 5800. Давай, еще 5 штук. Ну, можешь вот, ну вот не так выдавать. А как ты его до этого мне выдавал? Пожалуйста, я тебя прошу. Можно еще какие-нибудь перчатки насыпать. Понял, еще 5 штук. 3500, еще 5. Да не, ну кролик что-то сливает на балике. Ой, сука, на балике уже 18 тысяч рублей. Все, нахрен, сегодня этот кейс решил мне вообще не выдавать. А, давайте попробуем какой-нибудь биткоин 5 штучек на 4950 рублей. Maybe он хорошо выдаст. Ну, кстати, 6400, хорошо, еще 5. Давай, ты мне должен сегодня выдавать. Меня сегодня кролик и так расстроил, пожалуйста. 4600, еще 5. Ну, он получше выдает. Но я не знаю, мы здесь тоже нет у меня ощущения, что мы здесь камбэкнем все, что я просрал. Вот вообще нет такого ощущения. Так, ладно, на балике 19300 рублей. Знаете, как мы делаем? Мы идем рисковать. Магнат по одной штуке на 2600. Давай. Первое говно, еще один. Интегрейл уже получше. 3500, еще один. Ну ты сука. Ну ладно, 3500, неплохо. Еще один. Глок Франклин, 6300, отлично. Еще два. Можно ты мне будешь продолжать хорошо выдавать? 4500, неплохо. Еще два. Wildfire, электрический улей, отлично. Еще два. Так. 5900, давай, тридцаточку надо мою возвращать здесь, по-любому, 5500, отлично, еще два. Красный глянец, отлично, 9100, ну вот, Вандеркейс, узнаю, вот это мне уже нравится, хотя бы этот кейс меня не расстраивает сегодня. Ну, цука накаркал, давай, 32 тысячи, можно мы мои вернем? 4200, еще два. Нормально, 10100, отлично, и еще разочек окупи. Вот ты, сука, еще два. Вот ты, сука, еще два. Нормально, 3200, ну не, не нормально, на самом деле минус. Давай, еще разочек, выдай что-нибудь жесткое. Ну, ты мне уже тридцатку возвращал, ты понимаешь? Ну, ты меня прям забайтил, чтобы я тебя дальше крутил. Еще два. 5600, нормально, еще два. Перчаточки, красный глянец, 12 тысяч. И вот еще купи, я ухожу, пожалуйста. Удар кобры, да, это, не, это не плюс, это 4700, сука, еще два. Сарикс, кар, 7700, на балике 33 тысячи рублей, все, нормально. Мы от первоначального баланса выходим в плюс. Хоть и еле-еле, сначала кролик меня слил, потом биткоин. Но, слава богу, кейс магнат мне решил сегодня выбивать. И мы, считай, начинаем ролик в плюсе. Хотя это началом уже явно не назвать, потому что мы очень долго катали. Ну, я буду это считать началом. А самое главное, это как раз начать ролик в плюсе. Ибо как видос начнешь, так его и закончишь. Ну, вы все сами прекрасно знаете. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего, с карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. Также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео на Вандеркейсе, вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на все соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. Так, ладно, мы полетели дальше открывать кейс. Давайте сейчас попробуем какой-нибудь АПП, одну штучку за 3000 рублей. Может, ты мне сразу прям выдашь гамма-волны 5200, отлично. На балике 35 кусков. Так, сейчас можно попробовать какой-нибудь Баленсиага покрутить. Это тоже такой хороший кейс, который, ну, вообще обычно мне стабильно выдает. Но последние ролики как будто стал чаще сливать. Но сейчас выдал 16700, отлично, так. Так, хорошо, ладно, сегодня Вандер вроде нацелен выдавать. А если рискнуть и открыть вот так вот одну штучку? Ну чем черт не шутит? Затмение 16400, отлично! Ну вот, ну вот, вот такой Вандеркейс мне нравится. Когда меня кейсы начали все по-хорошему окупать, а не вот то, что в начале было. Давай, Ламборгини тоже по одной штучке покрутим. Ну 50 тысяч в идеале пробить, пустынный повстанец. 2900, как раз мы пробиваем 50 тысяч рублей на балансе, отлично.
Так, ну давайте сейчас попробуем уже побольше порисковать. Rolls-Royce, одну штучку за 4000, может и ты мне сейчас как выдашь. Цвета прибой 4900, отлично, еще одну штуку, ну вот это говно, если честно. Продаем, открываем еще один быстро. Так, цвета прибой, это хорошо. Давай вот, ну что-нибудь там, ножичек какой-нибудь. Или вот 5-7 там, береги голову, был вот этот, который стоит там 1015 вроде рублей, ну где-то около этого. Но пока что-то как-то вообще не идет. Ну цвета прибой иногда выдает как бы неплохо, но в общем мы в этом кейсе в минусах. Еще один. Сука, еще два. Может, как бы вы... Ух ты, сука, еще два последние. Ну, вот это точно последние. Не, ну это... Ну это, бля, ну так хорошо камбэкнул, чтобы ты меня слил. А, ну ладно, 11 тысяч. Еще два. Вот, береги голову, 20 тысяч. Ладно, ладно, нормально. 47 тысяч мы камбэкнули. Но Rolls-Royce, конечно, меня напугал. Но самое главное то, что в конце все-таки выдал. Давайте сейчас перчаточный еще одну штуку за 11 900. Ну да, да, мангров еще один. Ну, бронза, 7900, еще один. Ну, сука, ну, давайте последний. Ладно, вот это точно последний. Гоночный зеленый. Ну, вот это самый последний, как бы самый-присамый. Два. Я не знаю, ну что сегодня с перчаточным? А может, ты будешь выдавать? Ну, 12, хоть что-то, еще один. Без тормозов, 13. Ну, как бы вроде что-то начал выдавать худо-бедно. Даже 19 выдал. Но до этого слил очень сильно. Ох ты, сука, мраморный градиент, он стоит 40 тысяч. Бизан красный 10700, ну походу я уже не остановлюсь. 12600, еще один. Дроп, это я уже видел, еще один. Ну, бля, ну почему не какие-то жесткие перчатки, ну объясни мне. Ну во, 22800, вот это хорошо было, ладно, еще один. Бля, не финишная линия, ну почему, ну верни мою тридцатку хотя бы, пожалуйста. Вот просто верни мою тридцатку, я ухожу. Еще один. Бух, это 10, это минус на самом деле, бред. Бух выглядит как дорогие перчатки. Эмеральд, на балике у нас, говно у нас на балике. Давайте апгрейд. Да хотя нет, давайте покрутим магнат. Он мне сегодня выдавал, может сейчас дальше будет выдавать хорошо. На балике 9309 рублей, полетели по две штучки. Ну чё, ты моя единственная понял, еще два. Я тебя услышал, на балике 2050 рублей. Ну чё, кролик, ты мне так и не выдал сегодня в начале. Может как сейчас выдашь еще одну штуку. Разбойник на балике 590 рублей. Ну, как бы, вроде как, выдавал сегодня мне Вандер. Но, ну, не пошло, что здесь даже нехрен сказать. Апгрейд до 3000. Шанс 24%, естественно, мы проигрываем. Короче, ладно, парни, на этом заканчиваем видос. Ну ладно, у нас и так недавно была очень бешеная белая полоса, где мы поднимались с 5000 рублей за роликов 5-6 до 100 тысяч рублей. А потом мы недавно вывели коллаж Вулкан с этого сайта. Короче, ну, много чего было рискованного, нам везло. Рано или поздно должно было произойти такое. Ничего, в следующем видосе камбэкнем и, надеюсь, все, что просрали, отыграем и выйдем в плюс. И также, парни, напоминаю, все, кто хотят покатать на Вандеркейсе, вы можете при пополнении ввести промкод NKLR и получить плюс 25% к депозиту. Депать можно абсолютно со всего. С карты, скинами, криптой, как вам нравится. Депнули скинчиком 1000 рублей, на балике получили 1250. Вы со старта будете в хорошем плюсе. А также напоминаю, если вы регистрируетесь по моей ссылочке в описании под видео, на Вандеркейсе вы получаете бесплатный кейс просто за регистрацию на сайте. Еще можете зайти в бонус, подписаться на всех соцсети и получить сверху 12 рублей на халяву, что тоже очень даже приятно. И все, мужики, всем большое спасибо за просмотр. Ставим лайки, подписываемся на канал, не забываем писать какой-либо комментарий. Это сильно помогает продвижению ролика, хоть и видосе все просрали, но чтобы меня просто поддержать, как будто лайк, подписку и комментарий поставить можно. И все, мужики, всем удачи, всех люблю.